Всем привет! Касым Жомарт Токаев, наш президент, оказывается, пользуется поддержкой со стороны населения. С ним готовы жить 72%. Такое как бы голосование было. 72% типа его поддерживают, но я что-то сомневаюсь вот в этом голосовании, поскольку где вы найдете людей, где сыскать, которые поддерживают вообще его политику, вообще политику вот этой старой власти, которая 30 лет сидит, уже засиделась, многим уже почти большинству надоело. И пишут 72%. Вы можете с этим согласиться? Хотя я вот опрос в YouTube проводил, 3% всего лишь готовы голосовать за партию власти Нур-Отан на предстоящих парламентских маслихатовских выборах. И где тут поддержка? Где тут поддержка нашему так называемому президенту Касым Жомарт Токаеву? Где? Я вот под столом. Ау, ау, где? Где эта поддержка? Скажите, пожалуйста. А вот цветочки. Вот цветочки, которые я хочу показать. Это сентябринка. Они цветут до самых холодов, пока белые мухи не появятся. Я имею в виду снег, пока не пойдет. И смотрите, какая красота. Цветы дают не только красоту, но и жизнь, питание бабочкам, пчелам. Здесь пчел столько, они собирают мед. Мед, труженики. Вот она какая красота. Хочется унести на всю зиму такую красоту домой, но нет, невозможно это сделать. Сейчас я приближение сделаю. Вот. Ну и последнее. Я, наверное, никогда не обращался за помощью, но эта помощь не для себя, а для человека, который, ну, гражданский активист. Он бескорыстно убирает мусор на природе, защищает, как бы, таким образом экологию. И теперь его зовут Александр, он сам нуждается в помощи. Ну и вот, как вы видите, вот реквизиты, куда можно направлять денежные средства. Сама болезнь у него, диагноз неврология тройничного нерва. Это вообще, конечно, тяжелейшее хроническое заболевание. Человек испытывает очень большие боли, практически не прекращающиеся, и они нестерпимые. Что интересно, что сама болезнь очень тяжело проходит, и, в принципе, она лечится, но для операции необходимо 100 тысяч рублей, 554 тысячи тенге на наши. Они энную сумму набрали, но необходимо еще 350 тысяч тенге. Ну вот как-то так.